вот здесь. Вот здесь можете день рождения проводить спокойно. Смело, да? Да. Менюха, музыка там все есть. Никакая мониторинговая группа не придет сюда. Ага. Никакая проверка не будет. Все. Никто не найдет вас. Все. 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 Давай, делайте. Все, так, договорились? Предоплату сейчас отправлю. Да. Да. Вот барсетку себе купил вместе с кофтой Гуччи. Там всего лям вышло. Сейчас хочу машину поменять. Выше классом взять. И квартиру в Дубаях. А ты что, Сайло, не двигаешься? Надо двигаться сейчас. Я двигаюсь по-своему. Чё? Просто одноклассник, которого 10 лет не видел, позвал меня в гости. Самый дорогой ресторан в городе. И говорит, располовину давай счет. Сайло, что ты начинаешь? Я же тебе говорил, если хочешь стать миллионером, надо думать как миллионер. Эй, как стать миллионером? Как думать как миллионер? Я на заводе работаю. Я, получается, 2 года копил, чтобы с тобой пообедать, что ли? Сайло, подожди, что ты разнылся? Эй, люди вот дружат ради денег же. А я вот до того лох, что даже богатые меня лоханули. Еще и одноклассники. Шеф, вот почему в Олимпиаде у нас только 8 медалей, и то бронза? Там же нормальные деньги выделяли. Потому что во всем виноват народ. Почему? Потому что народ не болел от души, понимаешь? У спортсменов не было стимула доказывать народу. А на Кыргызстандагы, а на Узбекистандагы, они прям на площадь выходили и прям прямой эфир смотрели, трансляцию смотрели и болели, понимаешь? Но у нас же нормальной трансляции не было. А почему не было нормальной трансляции, знаешь? Потому что народ виноват. Надо заранее заказывать у Министерства информации. Они же не знали даже. Они не подготовились. За 2 дня Каланда Кумсрай трансляция. Тоже народ странный. А Министерство, они же в кабинете, они же выйти не могут, понимаешь? А почему они не могут выйти, знаешь? Потому что народ виноват. На улице коронавирус. Из-за кого? Из-за народа. Надо в маску одевать, вакцину ставить, понимаешь? Ответственно быть, на выходные надо дома сидеть. Ну, а если они будут дома сидеть, как они будут зарабатывать? Заранее надо зарабатывать. Тут тоже народ безответственный. Заранее, как наши чиновники за 20 лет вперед заработали, вот и сидят дома, спокойно, уверенно, понимаешь? А, понятно. Получается, у нас экономика тоже слабая из-за народа, да? Нет, нет. Здесь уже во всем виновато реально правительство. А знаешь почему? Почему? Потому что в правительстве люди работают из народа. Понимаешь? И тут народ виноват. Это элементарная вещь. Везде. Дорогой, дай, пожалуйста, телефон. А зачем тебе мой телефон? У меня батарейка села, хочу сообщение отправить. Держи. Спасибо. Какой у тебя пароль? 11-22. Все, спасибо. Ой, это мне. Сообщение пришло. Какой у тебя пароль? 49-15-78. Ама. Баурам, братишка. Бергиш. Нимба? Сен. Уйзыр, швабра. Ирге. Что там? Короче, бар, магазин ебар. Зуй тебе надо. Сушняк отпишешь, бар. Где ты тут братишку видел? А ты какого года вообще? 95-мін. 95? Тем более. Но 84-ті мен былай араласқам ғой. Ай, үшін ондай болса өзім бара салам ғой. Но қазір араласпай кетті өзі. Араласпай кетті? Есте. Бірақ звондаса, сразу келеді. Өзім бара салам ғой. Иә, олар Астанада еще қазір. Е, айуан, сен мен саңырақта болсын есте. Как раз бүгін қонаққа келді олар еще. Мен ба? Өзің қай жылғысың? Өзім сол 84-тің ғой. Просто ана 95-термен араласып кеттім да заебалым. Шаршап кеттім, щеколдармен щекол болып кеттім. Бауырым, братишка, қай жылғы боласың өзі? Ергеш. Айгуля, вот все, что вокруг нас, это мужчины создают. Они творят, конечно. А для кого? Для женщины. Конечно, если бы нас не было, они бы сидели бы, пиво пили бы и Sony PlayStation просто играли. Да, от нас что требуется? Просто похвалить. Вот он что-то делает, да, ты похвали его. Покажи, как ты восхищаешься им, какой он суперский, какой он классный. Он должен это знать, и он будет больше творить. Конечно, давай. А что ты стоишь? Что ты едешь? А куда ехать? Мы же опаздываем же, Миржан, я же тебе... Вот ты, Миржан, вот почему ты такой без памяти, безответственный, непунктуальный? Вот у всех мужья как мужья, а вот ты у меня такой вот, я хочу тебя похвалить, а за что хвалить? Я боюсь тебя хвалить, я думаю, вообще еще хуже станешь вдруг. Алло, Сабин, привет, как дела? Слушай, давай сегодня сходим куда-нибудь в лаунж-бар, посидим, кальян покурим. Все хорошо. Единственное, от Кайрбека меня отпросил, ладно? Все хорошо, давай, жду, целую.
Ой, Кайрбек, привет. Фу, Кайрбек, не Саса, ужасно, Терези наш Саша, шучу. Халасин, можно мы с Али на 2 часа колянка бара посидим, только девчонки? Нет, гоните, что ли, никуда не пойдете? Ты капец хитрая, ты на фоне ее капец красоткой кажешься, конечно, все на тебя будут потом пялиться, знакомиться с тобой. Чё? Ой, котик, узнаю, мне хоровалши, ладно, давай. Айс, все, я тебя жду, отпросишь меня? Привет, Кайрбек. Че, сериал смотришь? Кайрбек, можно мы с Али на 2 часа поедем в кальянную? Там только девочки. О, с Айслушкой хорошо, иди. Не проблема. В смысле? Ты хочешь сказать, что теперь я страшная подруга? Да не по теме, никуда я не поеду. Блин, слушай, у тебя такая фигура классная. В чем твой секрет? Может, какой-то особый метод приседания? Я просто сколько стараюсь, не получается вообще. Слушай, на самом деле у меня просто парень пчела. Пчела? Ты чего гонишь? Нет, он меня по утрам жарит, у меня опухает, и я весь день хожу. Стоп, блин, капец ты, Жень, что так сложно было сказать свой секрет? Капец, подруга еще называется. Зажалась. Что там, Жан? Нормально все? Здрасте. Ну, наверное, пойдем это самое, а то уже... Сдувается немножко, пора жарить. Ну что ты обижаешься? Ты скажи, почему ты обиделся? Я же не могу так. Ну вот когда мы с друзьями вечно, да, сидим, Макс всегда Селю обнимает, тебе говорит, любимая моя. Он, например, Рус даже, пусть он даже не говорит, он ее за руку всегда держит рядом. А Ербов всегда качество своей жены перечисляет, вот всегда ее хвалит. Всегда, вот ты можешь тоже вот так вот меня перед друзьями, не знаю, хвалить, какие-то качества ему подчеркивать? Ну давай я буду говорить тебе, что у тебя очень громкий голос, вот ты на меня дома орешь же сильно. Скажи, что ты этот, у тебя голос громкий. Ну, не надо мне, Жан, такое говорить. Ну, давай скажу, что ты стабильная. У нас каждый день дома макароны, обед, макароны, завтрак, макароны, ужин. Уже 5 лет так. Нет, такое не надо. Ну, давай скажу, что ты это дальновидная. Вот ты же переписала хату, машину на себя, все. Все на себя переписываешь, это же дальновидно. Ну, Жан, а что, нет других каких-то качеств во мне? Ну, какие есть? Я не знаю, что... Алейкум, родной! Ты че, в Алмату поступил? Красавчик! Родной, пошлите, я хату покажу, наши квартиры. Давай! Каким сейчас квартиры? Все, родной. Вот наш зал, такой огромный. А вот наш шкаф, киндер, потом сразу кухня. Пошли, в туалет покажу. Давай. А вот и туалет! Есть! А вот, собственно, наша ванна. Вот умывальник. Брат, если не секрет, за сколько снимаете квартиру? Ну, 150 тысяч тики в месяц. 150? Да. Недорого, братан? Не, братан, зато в центре города, Оляш, и соседи добрые, Мари. Здорово, соседи. Калай. Кстати, родной, анажи, босс скамейки на хозяин номер вар, еще керек боса берем. Джоджо, родной, керегемес. А че, братан, нормально? Керегемес, родной. Тынде салхында, он узгадып пойдет, братан. Керегемес, родной, рахмет. Я извиняюсь. Можно вопрос? Вот ты замужем? К сожалению, нет. Парень у вас есть? Нет. Такой красивой девушки нету, парня. Спасибо, очень приятно. Ерлан. Я продюсер. Перезад. Перезад, очень приятно. Вы такая красивая девушка, я заметил, вас кадр любит. Вот смотрю на вас, очень красивая, надо сразу клип снять. Давайте я звезду вас сделаю, ага. Я всегда об этом мечтала. Да? Да. Будете клипы сниматься. Ой, звезда будете, твой ваш раз, 200, как у меня будет. Чья Нефти? Готова машина? Не ваша, да? Нет, у меня. Ой, скоро у вас 200 будет, как у меня. Крузак, короче. Все, Туба. Молодой человек, вы же приехали на Нефти. Бизнес-план составляем? Не-не-не. И... Как нет, это вы же? Извини, мне звонят. Алло, да, халай. Ой, блин.